большая история — это сплетение малых историй. Ты смотри, прибыли прямиком в Чух-депо. Иди по рельсам, там тебя ждут просто горы всяких полезных штуковин. А ты как думаешь? Ты, похоже, не первый путешественник в этих местах. У тебя неплохо получилось искать следы. Этот навык поможет тебе больше узнать о мире вокруг. Продолжай искать. Вон они! Лови! В темноте начинаешь скучать по свету. Теперь тебе колено не прострелят. Отлично выглядишь. Вот такой пластихлом может оказаться очень полезным. Смотри, там след. Поверить не могу. Эти следы появляются во всех местах силы. Эта искровая установка уже давно не работает. Заряд быстро иссякает. Найти новый след — это, конечно, замечательно. Но тебе еще много где нужно побывать.
прищурься на пробивающиеся лучи. Эти втыкалки нужно подключить, чтобы мыслевизор загрузился. Осталось всего пара ходов, соберись. Победа разума над материей и программ над железом. Успех — это спокойствие рассудка. Найди зацепку! Осталось всего пара ходов. При свете тут так оживленно. La surayafa, temefafa. Рыдает о том, как капитан Лотус убил их детеныша. Пинабукелю. Они хотели сами отомстить, но капитан Лотус слишком уж мощный. La surayafa, temefafa. Не из того же ли ты тесто, что и истинные герои? Считает, что Люпус Люпин, что хочешь съест, может и тобой подкрепиться. Капитана Лотус легко найти. Он всегда там, где остальные.
Ильякап Ревгрея. Желает победить капитана Лотус навсегда. Ильякап Ревгрея. Цевучей кунчуа бальпарекмек. Пожалуй, только у тебя хватит ду... Вроде бы радуется, вот только глаза на мокром месте. Тварюга бродит вокруг день и ночь. Полагает, что чем меньше в этом мире пухзил, тем лучше. И не... Утверждает, что чудовищная пухзилла должна быть где-то здесь. Пухзиллу не... Кроме тебя, никто не выходил на чудовищную пухзиллу с молитвой. Говорит, что просит только... Рыдает о том, как капитан Лотус убил их детей. Они... Не из того же ли ты... Посмотрим. Не теряй ночное время впустую. Сунь ключ. Удивительная вещица. Одежда — это то, что надо. Оружие не гарантирует могущество. От этой крошки не убежишь. Вот это настоящий шедевр. Тут живет полно всяких пакостей. Видишь этот резинохлом? С ним твоя жизнь станет более упругой.
неплохие штанишки. Нужно сделать что-нибудь полезное. Поверить не могу. Получилось! Тебе видней, что делать. Ложиться в лапы, как влитая. Никто не устоит. Нифига себе ударчик. 1,2 джигаватта. Днем гораздо проще различать цвета. Хорошо, что капитан Лотус отправился к уснувшим почившим. Говорит, рыщет в округе Пухзилла или нет, с тобой всегда есть о чем поболтать. Thank you.
наслаждайся тьмой, пока она есть. Это еще не смерть, но почти. Можно снова в бой. Осторожней с этими штуками. Шок — это по-нашему. Слушай внимательно, чтобы не упустить чего-то важного. И не только от меня. Ужаскиз говорит, что нам еще предстоит разбираться с последствиями войны, но сейчас есть дела поважнее. Пока ты пытаешься положить конец войне, последний мироед безнаказанно уничтожает древо жизни. Он думал, что твоя темная аура и ци заставят тебя расставить приоритеты по-другому и принять участие в войне племен, вместо того, чтобы гоняться за мироедами. Несмотря ни на что, Ужаскиз благодарен тебе за то, что война племен окончена. Ужаскиз понимает, что дорога была нелегка, но теперь-то ясно, что конец путешествия легким тоже не будет. Только тебе хватит сил, чтобы одолеть последнего мироеда. Новый мировой порядок может установить только носитель темной ауры. Даже если это будет значить, что и последний мироед набросится на древо. Только время покажет, что нас ждет в будущем и принесет ли оно прочный мир тем, кто доживет до конца. Ужаскиз говорит, что вести о твоих подвигах расходятся во все концы, и в местных жителях еще теплится надежда. Он очень ценит твой вклад, но, к сожалению, ему пришло срочное сообщение с северо-запада от его приятеля Фьютя. Он знает, что у тебя хватит доброты поддержать Фьютя. Он говорит, что укажет тебе нужное направление, но найти Фьютя и убедиться, что у него есть все необходимое, уже твое дело.
Это не к добру. Интуиция уже скиса не обманывает. Тинафырк на очереди. Я муфурпу. Уже скис говорит, что Фьють волнуется, потому что северо-западный мироед в последнее время особенно активен. Он поясняет, что Фьють работает над аппаратом для плавания под гладью, который поможет добраться до мироеда, но ему нужна помощь. Уже скис предлагает тебе как можно скорее отправиться на северо-запад и выяснить, чем ты можешь помочь. Он счастлив помочь. Думает, что с твоей стороны было бы умнее действовать по ночам, а не днем. Говорит, вы еще увидитесь. Он догадывается, что тебе нужно еще. Понимает, что у тебя дела. Он счастлив помочь. Майами. Здесь никто не расслабляется, и тебе не стоит. Вон они! Лови! Быстро тебе удалось поймать огневичков. Это дымокурня, где таксанол производил этопливо. Отличная находка. Больше сырья для твоих трудов.
Законченный образ. Ты отлично выглядишь. Тебе идет. Смотри, доска объявлений. Представляю, сколько там сообщений вроде «куплю затычки для носа». Тут неподалеку корпорация такси. Они думали ли? Мерзкое место. Эти втыкалки нужно подключить, чтобы мыслевизор загрузить. Осталось всего пара ходов. Соберись. Победа разума над материей и программ над железом. Успех — это спокойствие рассудка. Бей! Атомарно! Классный выстрел. Проверь там завалы пластихлома. Двойной прикол. Распыление на частицы. Ставь ключ в замок. Металлохлом. Говорят, из него суровые штуки получаются.
Похоже, ты... Путешествие по старым дорогам, как... таксоно... Похоже, у этих... Нужен ключ. Выровняй переключатели, чтобы они совпали. Осталось всего пара ходов. Соберись. Встает дыбом, как шерсть у того, кого током дернуло. Выровняй переключатели, чтобы они совпали. Встает дым. Хорошо. Хорошо. Ощущение такое, что тут нет других цветов, кроме зеленого. Фу, чуешь? Неподалеку источник биологической опасности. Мир хочет изменить тебя. Неплохо смотрится. Неплохо смотришься.
Это гуподом. Может, там можно найти, чем подцепить за жабры. Обожаю эту цепь. Получай. Полный рентген. Нельзя же так рваться к смерти. Ты здесь не просто так. Осталось понять, в чем твоя цель. Ты только взгляни на эти объявления. Похоже, их давно уже никто не просматривал. Тут не по... Прибойная в... Когда гладь затянула густой слизью, Здесь точно должны быть еще следы. Может, посмотришь на берегу? Фьюглиш не самый легкий язык, но мне кажется, он говорит, что рад тебя видеть. В наши дни не так много дружелюбных лиц. Говорит, что рад снова тебя видеть. Его зовут Фьють. Может быть, ты помнишь его со стародавних времен, когда он пускал тебя за штурвал октопода. Фьють помнит тебя жизнерадостным детенышем. Он рад, что этот свет с годами в тебе не угас. Фьють понимает, все это было давно, и воспоминания становятся тем мутнее, чем глубже. Он разбил лагерь у подножья Древа Жизни. Сейчас ему стало гораздо труднее находить беззащитную добычу, ибо он уже почти всех сожрал. Фьють говорит, что наша память хранит воспоминания и защищает их, пока мы не будем готовы встретиться с ними вновь. Он знает, что твое возвращение связано с Люпус-Люпином, и ваше столкновение неотвратимо, как прилив.
Он не удивлен, что утрата родных и близких может навеки ввергнуть в пучину. Но тебе-то всегда удавалось всплыть на поверхность, что бы ни тянуло тебя на дно. Он знает, что волны истории могут толкать тебя куда пожелают. Он чувствует, что после всего, что с тобой было, ты заслуживаешь права на месть. Спрашивает, не приходилось ли тебе задумываться о свободе и о том, обладает... Может, для тебя это и верно, но насчет своей собственной судьбы он сомневается. Ему жаль, что мир близится к концу. Как думаешь, удастся ли ему продержаться подольше, если он будет в октоподе? Спрашивает, зачем тебе добивать этот мир? Ему и так недолго осталось. Удивляется твоему союзу с Джагни. Он всегда их считал... Ну и пусть собирали бы свои собственные вещи, а не воровали у других. Но это все вовсе не важно. Фьють говорит, что тебе стоит отпустить прошлое, пусть себе тонет. Но в глубине скрывается кто-то еще, грызет древо жизни под водой. Имя ему Тинафырк. Поэтому он и возится с октоподом. Но люк заклинило, и нужен большой крутоверт, чтобы его открыть. Только тогда ты сможешь отправиться в путь. Он не может покинуть прибойную фабрику, так что тебе придется помочь ему отыскать крутоверт. Где-то на мехастадионе имеется заведенный мехопал. У него есть... Он определенно сделан для того, чтобы протянуть руку помощи в деле поднятия тяжестей.